Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1544. События дня. Евангелие от Матфея 7:22. Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? За 4 марта 2020 года. Я обращение о помощи. Купить комбайн, Игорю помогли бы кто-то. Господь услышит молитву. Может быть, большое благое дело. Вот сейчас считать тут можно. И 4 ролика про него. Тут все без обмана. Ну и дальше, какая у нас тут переписка с людьми была за день. Ну, все здесь. Наталья, все просят помолиться. Господи, сохрани, помилуй и благослови. Вот я место Писания даю просчитать. И сразу же человек догадается, о чем речь идет. Ответ точно по Слову Божию.
пишет пятидесятник. Это в романе «Малышей» пишет один отзывы. Вам нужно искать Лапкина в медицине. Еще такого не слыхал никогда. Это вообще... Это все меня вчера возили, Елена возила в поликлинику. Ничего не сказали, только направление дали. Ну и пока ж. День-то прошел, утром проводили тот, который приезжал, Ольга Николаевна, Сосинников, Кемеровской области. И считает, что Николай Войтович первый о воскресшей Клавдии Устюжаниной сказал, нет, не так. Первый возвестил это с кафедры отец Александр Пивоваров. А отец Николай Войтович, вот, тут все было на меня тоже предавали, там писали, я все это знаю. Но он меня в тюрьме причастил. И поэтому все списано. Господи, дай ему Царство Небесное, только могу сказать. Этим причастием все остальное, что он против меня творили, это перечеркнуто. Списки давали в милицию, там все у нас, что мы занимаемся. Ну, что вчера было, вот я говорил, меня Лена возила в поликлинику, потом поехали было, я говорю, давно мост не видал, Барнаульский, с высоты там поглядеть красиво. Ну, вышли только из машины, пошли, половина прошли расстояние, я сейчас смотрю, она одета так прямо по легкому, я говорю, ладно, давай домой, а то простынешь.
И приехали сюда она к Надежде Васильевне, пришла. Ну и вечером канон Андрея Крицкого считали. Соответственно, события. Поклона мне нельзя делать. И все-таки эти дни делал. Правда, боялся, что сползет позвоночник после операции. Давнишней. Ну вот так, по милости Божией, прошедший день прошел.